помнишь? I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give it a Шло-шло, живем в одном городе, а увидеться что-то никак не можем. Ну как-то так, да. То есть я не видел тебя с того самого утра, как проснулся один, а рядом тебя не обнаружил. Ну, так бывает. Ну да, и так бывает. Спрятались здесь в уголке мои губки. Хорошо, что я вас нашла еще по бокальчику. Tonight is a band, it ain't such a bad one. Play me a song, don't make it a sad one. I can't even talk to these Russian girls. Так ты здесь одна совсем? Я здесь девушка. О, подруги! Да. Это хорошо. Это у нас там, в первом зале, девичник. Да, и я случилась буквально пару минут, и мне уже пора. Сандрин, нет, я и так давно тебя не видел. Нет, Сандрин, проживут они без тебя пару минут. Да? Останься. Чем ты занимаешься? Ты знаешь, я занял место отца в нашей фирме. О! Ну да, теперь я управляю фирмой. Да! Ты заправляю там всем. О, босс! Да. Управляю! Иду дела. Класс! Да, все дела нам нужны. Мы работаем с этапами. Вот, и мы расширяемся с Андреем. Мы занимаемся, мы моем мышам будем под давлением. О, давление! Вот, много работаем, много, да, я работаю. Праздник, день благодарения на Рождество. Иногда есть, помогает по ремонту, тогда я даю тебя на выходные, чтобы они с семьей побыли. Я ведь уже все равно целый год один. Да, у меня, правда, никого нет, Сандрин. Никого. Брат и сестру уволили, и пришлось уехать из города. А мать и отец ушли на пенсию, уехали на юг. На юг? Вермонт. Да, себе там на юг все забыли. А спот умер прямо у моих ног. Вот умер! А теперь я один, у меня, правда, никого нет, никого, я совсем один. Я что хочу спросить, Сандрин? Может, ты не против начать все сначала? Будем встречаться, ходить, гулять. Совсем забыла вам сказать, у нас сегодня специальное предложение. Бесплатный напиток для тех, кому грустно. Поэтому, если вам грустно, или вы, мои друзья, хотите еще чего-нибудь, просто позовите меня. Спасибо. У нас все есть. Все есть. Вы уверены? Да. Да. Точно? Да. Так что ты скажешь, Сандрин? Не против начать все сначала, так? Потехи ради. Ой, Джимми, мне уже пора возвращаться. Сандрин, нет, я не так давно тебя не видел. Джимми, да, Джимми, да. То есть, Джимми, понимаешь, ну, я давно хотела тебе сказать. Вот, дело в том, что у меня есть жених. Да, у меня есть жених. У меня есть жених. Молодец, Андрей, ты продолжаешь жить, как говорится, двигаешься дальше. Да, Джимми, то есть гораздо больше.
понял, ты, наверное, не вышла бы замуж только за меня. И кто этот счастливчик? Мартин Лапельер. Мартин Лапельер? Тот, который работает в полиции в отделе чрезвычайных ситуаций? Да, ты его знаешь? Да? А кто его не знает, это ведь Мартин Лафильер. Человек-легенда. Если ты заблудишься в горах, тебя найдет Мартин Лафильер. Если ты потеряешься в огромном мрачном северном мире, тебя найдет Мартин Лафильер. И он нашел тебя, Саша. Я правда думала, что ты уже знаешь. А откуда? Ну как откуда? Из разговоров. Только не из тех разговоров, которые касаются меня самого, и, если честно, Сандры, не очень-то мне и хотелось. И когда большое событие? Завтра. Правда? Тогда мы должны это отметить. Эй! Эй, можно вас? Я за вами писал, она сказала позвать, если что, вот я и зову, если что, эй! Можно вас, можно, мы должны это отметить. Ты нашлась, ты достойная девушка. О, достойный парень, спасатель, Мартин Лафильер. Эй! Эй! Джимми, а что это такое? Где? У тебя на руке что это? Ничего, татуировка. Когда ты ее сделал? Когда ты ушла с Андреем. А Джимми, а что? Там написано... Так, ничего. Джимми, там написано «Джилла». Кто такая Джилла? Джимма. Там должно быть написано «Джимма». Это просто ошибка с Андреем. Нет, Джимми, там не написано «Джимма». Там написано «Джилла». Кто такая Джилла? Написано «Джилла». Должно быть написано «Джимма». Это просто ошибка. Джимми, ты зачем это сделал? Просто потому. Просто потому что почему, Джимми? Ну, просто потому что потому. Просто потому что потому? Ну потому что потому. Почему, Джимми? Да потому что потому, когда встречаешься с такой девушкой, как ты, если я умудрился потерять такую девушку, как ты, если я прогнал такую девушку, так, как стоп, ты... Джимми, ты меня не прогонял. Это чистое воды преступление, это преступление, так поступает только негодяй. За это надо наказывать, и я наказал себя, я себя заклеймил, Джим! Значит, дорогие женщины, избегайте меня! Теперь женщины будут держаться от меня подальше. Мне никогда больше не удастся то, что я пережил с тобой снова. Можно я тебя поцелую? А? Нет. Ее можно убрать. Кого, Сандри? Джилла. Татуировку Джимми. Да? Отлично. Дорогие женщины, избегайте. Сандрин! Я рад, что ты нашлась. Спасибо, Джимми. Дайте знать.
Если вам что-нибудь понадобится, зовите меня. Меня зовут Джилл. Просто позовите Джилл. Джилл. Все в порядке. Да. Господи, эти крыши, черт!